30 марта 2020 года я по рекламе одной из компаний решил подзаработать денег, общался по предложению же, их предложению по скайпу, но короткое время. И кроме того, с помощником, которая дала нормальный телефон с WhatsApp. И в самом начале, значит, попросили или как, скачать площадку или платформу MetaTrader 4, сокращенно MT4. И для удобства работы, выполнять одни и те же операции, есть такая программа AnyDesk. Используя вот эти две программы, проводили операции торговые, значит, с валютными парами, там, и предлагали мне, чтобы быстрее заработать побольше, перейти на нефть. Но для этого нужно было взять большой кредит, который мне отказали. Минимально 350 тысяч они требовали, хотя до этого речь шла и о миллионе, о 500, о 500 тысячах. Но мне удалось только получить кредит 180 тысяч. Поэтому хотел бы предостеречь граждан, земляков, ну всех, чтобы не поддавались и не вовлекались в эти опасные операции с финансами. Как я понял, таких очень много развелось в России у нас, и большинство из них мошеннические. Об этом много очень информации.